Ура! Дорогие тюменцы, право проведения игр является очень престижным и почетным. По этой причине кандидаты ведут активную борьбу за победу, стараясь представить свою заявку в наиболее выгодном свете, доказать, что именно их заявка лучшая. Для этого каждый город кандидат представляет Москву членов Международного олимпийского комитета заявочную книгу, которые должны все детали пройти в этом городе, а также готовят специальную презентацию своей заявки. Буквально через несколько минут у нас можно изготовить передачи олимпийского огня. И я прошу приветствовать лучших людей города Тюмени, которые будут в той ночи вести олимпийский огонь в нашей тюменской столице. 1/3 маршрута по городу Тюмени приобретена, лот номер 050. Его несет, конечно же, Бернар Томас Шера, иностранный партнер сегодня приветствует, даже те, кто сегодня специально приехал для того, чтобы принести по улицам города Тюмени олимпийский огонь. Бернар Томас Шера, лот номер 050.